Ребята, у меня для вас две плохие новости. Во-первых, Бартс травмирован. Импульс сломал ему несколько ребер и руку. И поэтому Бартс уходит в незапланированный отпуск по причине травмы. Его мировой титул становится вакантным. Это, кстати, вторая плохая новость, о которой я сейчас разложу вам все поподробнее. Некому представлять наш бренд из-за того, что титул вакантный. На межбрендовом ППВ должна была состояться битва двух главных чемпионов обоих брендов, но так как у нас собственного чемпиона нет, мне пришлось что-то быстро придумать. И я придумал. На следующем поребрике будет проведен турнир за вакантное мировое чемпионство. И перед тем, как я объявлю участников этого турнира, я хочу заявить, что ни Булфорд, ни Импульс даже близко не подберутся к этому титулу. И в турнире они не участвуют. А участвуют в этом турнире Альберт Магнус, Таксин, Алисон Бейкер, Ниндзя, Джастис Хилл, Архангел, Скрим и Смертоноз. И что ж, я надеюсь, кто-то из этих ребят выиграет и не опозорит нас. Мипас, какой же ты жалкий, и твои жалкие попытки что-то там порыпаться настолько же смешны, насколько и ты сам. Кто бы ни стал вас мировым чемпионом, вы проиграете, потому что поребрик настолько ничтожен. Знаешь, я настолько уверен в своей победе, что я готов даже пригласить парочку ваших рестлеров к нам на завтрашний тотализатор, чтобы вы не вздумали устроить вторжение. Да ёб твою мать, кто этого дебила сюда пускает? Я охране за что плачу? Ну, в принципе, знаешь, я принимаю твое предложение. Но я не хочу приходить просто так. Давай-ка кто-нибудь из твоих людей поставит титул против людей с моего бренда. Если уж ты такой смелый и настолько в себе уверен, то почему бы не рискнуть вот так? Или все-таки твоя драконья кишка слишком тонка для таких решений? Что ж, Мипас, предложение принято.